Здравствуйте, вы на канале «Любимая дача», Иркутский район. Меня зовут Оксана. Сегодня 14 июня. И у нас сегодня такой теплый, хороший день, 27 градусов. Мы сегодня загораем и купаемся в бассейне. Спрашивали про бассейн, про водонагреватель. Водонагреватель у нас 6-киловаттный. Но этого даже слишком много, то есть можно гораздо меньшей мощности поставить. Мы просто любим очень теплую воду. У нас в бассейне вода плюс 28 градусов. А кто любит так 23-24 градуса, там 3-киловаттного за глаза хватает. Ну и можно еще регулировать здесь воду. Можно убавить его и сделать воду попрохладнее, кому нравится попрохладнее. У нас, видите, как вот много деревьев, и бассейн полдня он в тени. Поэтому, ну, солнцем он сильно не нагревается. У кого бассейн на солнце стоит, он и так будет теплый, без водонагревателя. После обеда у нас сейчас солнце повернется, и там внутри бассейна будет солнышко. Покосили газон. Спросили еще про газон меня. Мы газон ничем сейчас не удобряем. Раньше мы пытались покупать удобрения, разбрасывать их под осень или весной рано, но это очень дорогое удовольствие, потому что у нас 20 соток, и надо очень-очень много удобрений. Что делаем? Вот косим регулярно, Миша косит его, плюс раньше не было вот этой машинки, которая скарификатора аэратора, просто прокалывали вилами и иногда просыпали землей и песком. Ну и поливаем рано весной, то есть начинаем вот в апреле, когда теплые дни настают, и поливаем, вычесываем. Ну, вот такой уход за газоном. Побежал. Проверяет, не выросли ли ягодки. Лёва у нас все смотрит, везде ходит. Лежаки у нас еще из Икеи, когда она была у нас, а матрасики покупали на Вайлдберрис. Сегодня день у нас теплый, жаркий, 27 градусов. Никита помыл кота. Лёва с удовольствием помылся, даже не вырывался нисколько. Сейчас вот сохнет на солнышке, уже практически высох. Вот это наша пляжная загоральная зона. Террасу это делали мы давно. Из террасной доски лиственничной. Ее нужно красить. Красим ее, ну, раз в два года или даже каждый год. Видите, она так сильно облазит. Заказали уже краску. Сейчас не знаю, какая будет краска. Раньше я показывала, на канале есть видео. Но в связи с санкциями ее теперь трудно купить. И, наверное, будем красить какой-то другой краской. Ну вот заказали, нам должны привезти, которую посоветовали, краску. Классно? Разница.
После обеда солнышко повернулось в бассейн. Сразу так хорошо на солнышке купаться. Мы с Никиткой пошли опять гулять. В самый дальний конец поселка. По дороге гуляем. В лесу клещи, в лес заходить боимся. Никитка вперед убежал. Вот мы пошли гулять, а небо там опять такое черное. Сейчас далеко уйдем от дома, и дождь как ливанет. У нас так бывает, что резко-резко начинается дождь сильный, как будто вот воду кто-то включил. Никита! Вот там как будто бы уже дождь или идет, или собирается идти. А в этой стороне небо чистое, солнечно. Вот так вот у нас здесь. Там тучки черные-черные. Только на лавочку присел. Вот наша детская площадка, хорошая горка здесь большая, зимой можно кататься. И маленькая горка есть, и качеля там есть. Дом Бабы-Яги есть. Да. Дом Бабы-Яги здесь есть? Да, вон он. Смотрите, какая большая теплица у кого-то. Большая-большая, высокая, классная. Вот такой забор, как у нас, переплетенные доски. Ну, вот многие спрашивают про забор, нравятся такие заборы. А вот еще покажу, как также из досок делают заборы у нас в поселке, но уже немножко по-другому. Здесь доски не переплетенные, они так набиты. Одна с одной стороны и с внутренней стороны, одна с наружной. Тоже красиво получается. Вот такой заборчик. У нас поселок большой, есть первая очередь домов, вот где мы живем, есть вторая очередь, которая только строится. И между ними вот такой лесок. И здесь очень много грибов осенью. Какие, Никитка, грибы находили? Разные, вот даже сейчас засохший гриб. Здесь на второй очереди дома уже такие, ну, более современные строятся. У нас там старая часть поселка, у нас там дома все такие, ну, не старомодные, но такие классические, обычные. А сейчас уже вот, ну, по-другому строят немножко люди. Хотя у нас тоже очень много красивых домов в поселке. А здесь только все начинается. Еще вот дороги даже толком. Ну, она есть, но такая. В дождь тут не пройдешь. Грязно. Мы с Никиткой ходили, когда гулять. У нас дорога отсыпана там. Даже в дождик можно после дождя. А здесь не смогли пройти. Никита здесь на квадроцикле ездит. Вот земля такая глинистая. Вот и у нас такая же, как на дороге. Вот глина и вот эти камни везде. Поэтому у нас на участке вся земля привозная. Черной земли нет. Копать нечего под грядки. Вот домик тоже такой интересный, современный. Вот тут еще участки. Тоже скоро будет здесь много домов. Вот какая песок и глина. В гору поднялись немножко, устали мы с Никиткой идти. Мы далеко ушли. Какое интересное дерево, как стульчик, как-то изогнутое такое. Здесь не очень красивое место, здесь что-то все расчищено. Ну, наверное, может быть, какая-то дорога тут как-то будет. Не знаю, здесь на второй очереди у многих дома
из плит, из опилок. Никита говорит, 3 дня назад ездил на квадроцикле. Его еще не было, только столбики были. Но так быстро строятся эти. И здесь строят еще из шлакоблоков, что ли, или газобетонные блоки вот эти. А у нас там дома у всех деревянные. Но я так понимаю, что, видимо, сейчас дерево сильно подорожало, поэтому люди уже выбирают, ну, более такие дешевые материалы. Вот тоже современный красивый домик. Никак не фокусируется. Птички поют. Еще одна дорога. Идем мы вокруг поселка, да, Никита? Вокруг же мы идем. Здесь еще можно немножко поснимать дома. Тут людей практически нет. А у нас там в старой части поселка уже не поснимаешь. Ну, неудобно чужие дома снимать. И плюс людей много, все ходят. И заборы у всех высокие. Здесь еще заборов нет. А у нас все за заборами. Ну вот, мы дошли уже до той части, которая застроена. Здесь все за заборами. Такие дороги. Здесь уже дорога отсыпана, у нас идти полегче. И вот там на второй очереди, там в основном березы осиные. Вот мы сейчас идем, ну, в свою часть поселка, в старую. И вот здесь красивый хвойный лес у нас. Смотрите, какие красивые елки. Но березы, конечно, тоже есть. Но все равно здесь очень много кедров, сосен и елок. А там больше березок и осинок. Здесь вот такая красота. Погода опять не очень. Темно, все в тучах. Вот идем, коты сидят. Или кот и кошка кто-то сидит. Никита у нас очень любит котов. Мы пошли знакомиться с ними. Красивый дом тоже. Кс-кс-кс-кс-кс. Ой, какой красивый кот. Пушистый, да? Пушистый. Красивый. Это, видимо, с ошейничком. Ну. Вот они, парочка. О, убежали. Вот у нас поселок на горе расположен. Мы вот высоко на горе. И все улицы у нас тоже идут туда наверх, в гору. И мы живем на горе там подальше. Кошка. Где кошка? Вон черная. Видишь? Вон, оказывается. Угу. Вот кошка. Со всеми кошками мы перезнакомились, да? Угу. Вот такие ворота красивые мы увидели у кого-то. Погода не дает хорошо снять. Темно очень, тучи. Ну вот наши такие старые классические дома. Мы не на своей улице сейчас еще, но близко уже к нашему дому идем. Поднимаемся в гору и по верхней улице потом обратно пройдем. Пустой участок, видимо. Нет, не пустой, это вот этого дома участочек. Ну вот, мы уже подходим к дому, возвращаемся. Это уже наша улица. Мы поворачиваем к себе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, кому интересны такие видео. Всего доброго, до свидания.